по-моему, это Брэндон Ли. Так почему не используют нормальное оружие, я понять не могу. Просто, ну не понимаю я этого. Но мне кажется просто, что уже, ну, все в деньгах, мне кажется, дешевле нарисовать сейчас, Но это чем... же выглядит пиздец. А кровь фотошопная. Ну помнишь, как раньше кровь лилась из ран, как настоящая, с помощью этих пакетиков. Сейчас просто рисуют вот этот стандартный After Effects, вот этот эффект, когда кровь типа в разные стороны летит. Это что ж просто, ну, падовый кал. Я не знаю, я не понимаю.